У моего ребенка редкое генетическое заболевание. Ребенок с трахеостомой, с гастростомой, нуждается постоянно в санации, в уходе. Все началось с того, когда вышла статья на солидарности, как мы дежурим возле завода. И пришло некое письмо Кляуза, где было вылито много гадостей на меня и на мою семью, так как я воспитываю ребенка-инвалида, мама двоих детей. Сегодня ко мне придут органы опеки, которые хотят ознакомиться с моей семьей, посмотреть условия проживания. Необходимые медицинские препараты, да, здесь все, что нужно ему. Здесь отсутствует система, здесь тоже. А здесь постельное белье, чистое ванное. И пойдемте, я самое главное покажу. Самое главное, это нужно. Да. Самое главное здесь. Для того, чтобы мой ребенок существовал, и некоторые люди пишут очень много, да, а я вам хочу сказать, что человек жил и существовал. Ему необходимо вот это вот все. Я просто хочу, чтобы каждый увидел. И потом он говорил, кто какая мать и чего не было детей. Нет, я просто хочу вам, как органам, просто показать. Да, мы зафиксируем, конечно, все там. Здесь полностью интеральное питание, катетеры, все, что есть. Позиция, которую мы занимаем против аккумуляторного завода, это как любой гражданин в городе Бресте, наверное, должен немножко побороться за чистый воздух, за здоровую нацию, за здоровое будущее наших детей. А то, что в моей семье воспитывается такой тяжелый ребенок, ну это не мой минус, это мой плюс.